Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. И сегодняшнее видео по боксу CryptoWin, где я абсолютно без вложений на просмотре сайтов на кране зарабатываю криптомонетку биткоин. Биткоин Сатоши. Что я хочу сказать по этому боксу? Бокс шикарный, букс, ребятки, щедрый и платит инстант. Я его проверила сегодня на вывод. Значит, по регистрации. Кто не знает, кликаем регистрация, прописываем юзернейм, email, прописываем биткоин адрес, привязанный к Faucet Pay. Два раза пароль. Можно поменять капчу. Вот здесь цифровая будет примеры разгадывать или ха-капча. Нажимайте «Зарегистрироваться». Проверьте на почту. Возможно, придет письмо на почту. Я же войду в аккаунт и авторизуюсь. Вход по логину и паролю. Попала я в кабинет. Баланс у меня, как видим, по нулям. Вот здесь вот моя активность. Значит, далее что? Здесь вот сразу кликаем. Реферальная ссылочка находится. Далее баннеры, если надо. Вот такие вот здесь баннера. Ну и все. И вот здесь моя статистика. Я сегодня выводила инстантом. Я думала, вручную будет. Видите, минимальный вывод от 200 биткоин-сатошиков на Faucet Pay. На прямой кошелек минималка на вывод 15 тысяч. Вот. Далее что? Ну вот это баланс на вывод. Вот здесь... Всего сколько выведено. Здесь я только зашла и как бы набрала быстро. Минималка набирается быстро. Вот. Далее здесь есть кран. Сбор раз в 15 минут. Тоже дает неплохо. От 1 до 4 монет биткоин сатошиков, ребятки. Кликаем GetReward. Разгадываем капчу. И часто дает вот по 4 сатошика. Значит, гостиная. И все вроде. Там гостиная еще. Так. Готово. Кликаем. И в правом верхнем углу вот мне начислили 3 сатошика. Согласитесь, неплохо. Далее, рекламку я на сегодня просмотрела. Очень щедро дает вот здесь, ребятки, смотрите. Вот здесь уже одну я оставила для видео. 4, 8, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 сатошика за просмотр. Бывает еще и больше. Кликаем. Ждем вкладочку «Старт». Здесь должна появиться такая зеленая кнопочка. Вот она, ребятки. Кликаем. Можно находиться на страничке, можно не находиться, идти гулять куда-нибудь. Капчи нет на просмотре серфинга. Все. Нам зачет. Сейчас нас переправит на страничку серфинга. Все. Вот. Далее возвращаюсь на домашнюю страничку. И, пожалуйста, вот у меня 4 сатошика. 3 мне за кран и 1 сатошика я собрала. Далее вкладочка «Вывод». Но здесь не открывается. Она открывается, когда есть минималка. У вас появится такое окно. У вас будет прописан адрес биткоин кошелька, который вы указывали при регистрации, привязанный к Faucet Pay. Выбираете, куда вы собираетесь выводить. На Faucet Pay или на прямой кошелек.
Вот, и кликаете «Вывод». Вот, перейдем на Faucet Pay. Так, не туда, ребятки, прошу прощения. Вот, на Faucet Pay CryptoWin.io. Видно, да? 200 биткоин-сатошиков. Вот они. 13 декабря 2021 год. Все замечательно. Я думала, он будет платить вручную, как бы нужно ждать. Нет. Кликнула, и все, монетки мои сразу на кошелек. Вот. Кому интересно, работайте. Букс замечательный. Давно я в таких буксах не работала. Вот. Ну, в принципе, на этом и все. Реферальную ссылочку показала, баннера показала. Так, кран раз в 15 минут. И раз в день захожу, просматриваю серфинг. Все, ребятки. Ну, здесь уже погуляйте сами, походите. Тут ничего такого нет. Вот. Всем удачи, больших заработков. Хотим, работаем, хотим, не работаем. Это ваше право. До новых встреч!